Всем привет, друзья! Меня зовут Денис Шевченко, а вы находитесь в сообществе Первый Лад. Здесь мы становимся гитаристами, которых хочется слушать. Тут многие беспокоились, что давненько у нас на канале не было блюзовых классических рифов. Исправляемся, и сегодня мы разберем один из таких. Такой классический блюзовый шаффл с вкраплением дабл-стопов. Классика, что и говорить. С одной стороны, этот риф кажется, возможно, и простым, но он действительно сложный, если его играть так, как надо, чем я и советую вам заняться. А если вы смотрите это видео, то значит, вам интересен блюз, а значит, следующая информация специально для вас. Сейчас полным ходом идет набор на наш новый марафон, который называется «Углубленное изучение блюзового соло за 8 недель». Если наш предыдущий блюзовый марафон был посвящен главным образом базовой технике и базового понимания блюзовых соло, то этот марафон развивает вас творчески максимально и открывает для вас все, абсолютно все грани того, что может происходить в блюзовых соло. Как то совмещение мажорно-минорной пентатоники, дабл и даже трипл стопы, обыгрывание аккордов, совмещение аккордов и соло одновременно, игра арпеджио и быстрые, шустрые фраза. Все это, как всегда, с домашними заданиями, которые в этом марафоне также будут максимально творческими, ну и, естественно, с видеоответами каждому из студентов персонально от меня. Буду говорить, что у вас получается хорошо, а над чем стоит еще поработать. Естественно, это не единственное отличие этого марафона от предыдущего. Если вы хотите узнать о нем больше, то нажмите специальную ссылку в описании. Набор открыт до 4 октября включительно, но поторопитесь, потому что места могут просто банально закончиться. Все, что хотел, сказал, давайте разбирать, что у нас там получается. Сам этот риф мы сыграем в тональности соль. Смотрите, у нас здесь используется, в общем, вот такой вот классический блюзовый ход, когда вы играете по две ноты. На третьем ладу шестой струны, потом на пятом ладу четвертой, на третьем ладу четвертой и в конце две ноты на пятом ладу пятой струны. Все вы это играете, естественно, даунстроком, никакого переменного штриха здесь нет, и указательный палец у вас все время перманентно глушит те струны, которые не должны звучать. Что здесь важно еще отметить? Смотрите, друзья, если замедлить это все, то есть каждая первая нота, я просто расслабляю указательный палец и заглушаю все здесь, в правой руке. А вторую ноту я играю длинную. То есть, вот каждая первая нота такая должна быть короткая. Это такое неплохое упражнение для ума. То есть, смотрите, вот я играю, и у меня как бы рука возвращается обратно, а потом сразу глушит. Ну, таким вот образом. Здесь мы играем что? Эту часть. Правда, я ее играю большим пальцем, то есть мне удобнее зажимать третий лад шестой струны, басовую струну всегда вот большим пальцем здесь. А потом смотрите, что я играю. Я зажимаю третьим пальцем пятый лад на второй и третьей струне. А потом я играю медиатором вниз. Опять же, то есть все остальные струны у меня заглушены. А потом медиатором вверх я играю сначала третий лад. Опять же, второй и третьей струны. А потом, смотрите, я играю хаммер-оном вторым пальцем по четвертому ладу третьей струны и опять возвращаюсь в тонику, то есть начало моего рифа. То есть здесь вот так это должно быть. То есть я вам сейчас советую просто вот так это работать. И видите, у меня звучит просто одна вот эта шестая струна, и ничего больше ей не мешает. Я сыграю указательным пальцем, чтобы вам все было видно. Видите, здесь сложность в том, что и сразу у вас потом начинается вот эта нота. Но за счет этого как раз это звучит хорошо. Таким образом, вы играете 4 раза. Здесь я могу подсказать вам такую тоже небольшую аранжировочную хитрость. То есть вы сыграете 3 раза. Второй. Третий раз. И таким образом вы приходите в субдоминанту. Третий лад. Опять же шестой. И по два раза открытая пятая струна. Первый лад, второй лад. И вы просто приходите хроматически, собственно, в ноту до. Вот ваша субдоминанта. Надо сказать, что у вас здесь получается. Что
Это, собственно, фактически арпеджио, только без третьей ступени самого аккорда соль. То есть вот у вас первая ступень через октаву, значит, седьмая ступень, пятая. То есть вот у вас еще третья не хватает для арпеджио. Септ аккорда соль 7. Смотрите, на до я играю все то же самое, просто на струну выше. Ну, выше по звуковысотности. То же самое я играю три ноты, только теперь это будет пятая, третья и четвертая струна. А потом, смотрите, я играю... То есть я играю полутоновый бенд и делаю это одним третьим пальцем. Здесь я играю всю медиатор вниз. А второй раз я играю... То есть... То есть, смотрите, что здесь я играю. Вниз, а потом я играю просто медиатором вверх. Причем медиатором вверх, вот не играйте вот так вот никогда. Он у вас медиатор вверх играет от себя, от гитары. То есть... И то есть, видите, я сыграл эти открытые струны, и когда я пришел в шестую струну соль, все, у меня не звучит ничего. То есть, именно проверяете себя так. У вас должна звучать только шестая струна. И на соль я, соответственно, повторяю все то же самое два раза, что я играл с самого начала. На доминанту и субдоминанту я играю вариацию. Я опять же играю, ну вот, первые две ноты, да, тонику, и, соответственно, тонику на октаву выше, в данном случае это будет пятый лад пятой струны и седьмой лад третьей струны. Я играю такую, то есть я играю, ну это вы можете третьим пальцем поехать, но мне удобно вторым пальцем поехать от седьмого до девятого лада. И здесь вы играете такую триоль. И вот опять седьмой лад третьей струны. И здесь, ну, фактически мажорную пентатонику обыгрываете. Видите, у вас такое мажорное звучание получается. Немножко помпезноватое, извините. Смотрите. Пятый лад вы зажимаете указательным пальцем. На второй и третьей струне. И затем вы делаете резкий хаммер, так называемый форшлаг, в девятый лад третьей струны. А вторая струна у вас продолжает звучать на седьмом ладу. А потом... То есть, видите, у вас две струны должно звучать. Потом срыв. Опять же, у вас звучит две струны. И потом вы приходите в девятый лад четвертой струны. А потом все то же самое делаете на тон ниже. И потом вы играете такой простейший тёрнараунд. Вот вам еще один он в копилку, если вы его не знаете. Он правда простой и правда эффективный. Вот. Два раза третий лад шестой струны, два раза второй лад пятый, третий, четвертый, все по два раза. И потом просто приходите... И играете вот этот аккорд, оставшее количество раз, который вы прочитаете на табулатуре. Смотрите, как он строится. Вот у вас до мажор, он же С в народе. А мизинец вы ставите на третий лад третьей струны. И вот у вас аккорд до 7. Первая струна заглушена, шестая струна заглушена. Переносите все на тон выше, и вот у вас этот ре. Пошло у вас все по новому кругу. Здесь, смотрите, друзья, важно именно вот это вот ритмическое ощущение. То есть, если вы будете играть... Если будете так играть, ну, как бы звучит, обратите внимание, что похуже. То есть, у вас именно... Вот оно должно быть такое. То есть, чуть-чуть это все должно быть острее. Вот здесь. Повнимательнее. То есть это сложная фраза, ее надо быстро выигрывать. На здоровье, как говорится, пробуйте на базе вот этого соло какие-то свои идеи развивать.
И будет успех. Отличный риф, отличные упражнения на глушение, на вашу правую руку, на чувство ритма и на вот это вот все. А теперь, друзья, рубрика «Пишите в комментариях слово, кодовое слово, которое вы услышали в видосе». И таким образом мы поймем, что вы разбираете наши разборы, а не просто смотрите на красивого человека в самом начале. Что ж, друзья, у нас продолжим звериную тему и блюзовую тему. У нас был как-то щеголь-аллигатор. Сегодня давайте у нас будет молодцеватый койот. Пишите молодцеватый койот в комментариях, и люди, которые будут заходить, просто видеть эти комментарии, будут несколько обескураженные. Нам, в общем, того и надо. Спасибо всем, что изучали этот интереснейший блюзовый риф вместе со мной. Надеюсь, у вас все получится так же или еще лучше, чем у меня. Увидимся в новых видео. Всем пока!